Serge, où tu te dépêches? Je ne comprends pas. Внимание! Делегацию Советского комитета защиты мира, вылетающую 111-м рейсом Аэрофлота по трассе Дружба-Берлин, просим пройти на посадку в самолет выход номер 6. Achtung bitte! Wir bitten die Delegation des Sowjetischen Komitees. Für Verteidigung des Abstands wird zum Aufstand gebeten. Самолет пролетает сейчас над местами тяжелых боев Великой Отечественной войны. Thank you.
Товарищ майор. Да. Шасси. Шасси не выпускает. Гидравлика перебит, наверное. Взорваться может. Да помолчите вы все. Впервые увидела Ардат. Фонарь заклинило. Вдохнуть дайте. Серега, да это же Ардатов! Серега, жив! А как же? Жив, чертов дьявол! Пашка, я тоже очень соскучился. Но если ты сейчас не разожмешь свои клещи, я точно помру. Капитан Терновой! Не уроните небесного гостя. Виноват, товарищ подполковник. Мы с Сергеем еще под Белгородом вместе в Курском котле варились. Товарищ подполковник, разрешите доложить? Майор Ардатов прибыл в веренный вам полк для дальнейшего прохождения службы. Дрался ты хорошо. А вот подставлять хвост врагу я тебя не учил. Ну, товарищ подполковник, действовал по обстановке. Товарищ майор! Да. Еще пригодится. Спасибо. Думал, вообще не дотяну. Ну что, на буксир? Угу. Татьяна Алексеевна, посмотрите, пожалуйста, а? Истомин, ну что там у вас? Пробита гидросистема выпуска шасси и маслопомпа разбита. Васильев? Рация прострелена. И перебит трос руля поворота. Ну, а у вас, старшина? Немного 4 пробоины и одна царапина. О, и как это только он сумел его посадить? Исключительно из любви к нам, технарям. Чтобы без работы не скучать. Ну вот что, ребята, даю вам 36 часов на ремонт. Вместе со смехом. О, свалилась работенка. Крутился, крутился. Чуть винтом себе хвост не отрубил, понимаешь? Потом поговорим. Познакомься с ребятами. Капитан Орловский. Орел в небе и на земле. Лейтенант Соколов, ко мне. Это наш Соколик. Самый молодой, самый храбрый. Ну, товарищ. И неисправимый романтик. И самый высокий. Мой начштаба майор Селищев. Самый бескомпромиссный человек. На том стоим, товарищ подполковник. Очень рад, наслышал. Ну, а с остальными потом познакомишься. Алексей Петрович, хотелось бы, чтобы поскорее машину посмотрели. Это у нас поставлено. У нас такой инженер, особый. Из консервных банок самолет может сделать тебе. Капитан Терновой, накормите друга. Есть. Отдыхай. Угу. Умираю, жрать хочу. Майор Селищев, доложите штаб дивизии. Есть. Здравствуйте, товарищи. Я-то думал, здесь дело ладится, а здесь, оказывается, Ванька гладится. Старшина, в чем дело? Объясните. Когда закончится ремонт? Сидите вы хорошо, это я вижу. Вас хоть сейчас на деревенские посиделки. Так эти, как начали, так и кончим. И вообще мы хоть сейчас. Что?
Вот так. Так, где у вас начальник? Главный где? Здесь проверьте. Нормально? Нормально. Можно вас попросить? На одну минуту. Шлемофончик, разрешите? А теперь я вас очень попрошу, ближе, чем на 100 метров к моей машине, не подходить. Где это видано, чтоб женщин подпускали к боевым машинам? Я правильно говорю, лейтенант? Никак нет, товарищ майор. Татьяна Алексеевна, наш лучший инженер дивизии. Академию Жуковского с отличием окончила. Кавалер орденов. Ну зачем вы это, Сокулик? Товарищ инженер-майор, командир полка вызывает вас на КП. Какой вы еще ребенок, Сокулик? Да вы не обижайтесь, товарищ майор. Мы ведь тоже сначала штыки приняли. А теперь без ее благословения никто и взлетать не хочет. А я впредь предпочитаю обходиться без ее благословения. Я не монах, она не ангел. Что? Лейтенант. Да? Возьмите. Спасибо. Серега! Серега! Чего? Идем, там твоего фрица поймали. Ну. Товарищ подполковник, вызывали? Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте. Помогите с переводом. Присаживайтесь. Введите пленного. Его поймали на болоте. Ihr Name? Oberleutnant Erich Dodor Ernst von Knabe. Erich von Knabe. Ich bitte um medizinische Hilfe. Ich bin verwundet. Он ранен и просит медицинской помощи. Вызовите фельдшера. Есть. Товарищ подполковник, разрешите присутствовать? А то я только их через прицелы вижу. Das ist er. Ich erkenne ihn. Das ist der Flieger. Ich habe sein Gesicht gut zerblickt. Als er runterstürzte, glaubte er, ist tot. Er ist dann aber hochgeflogen. Und diese drei Sekunden haben alles entschieden. Er hat mich getroffen. Hat mich abgeschossen. Что он сказал? Он говорит, что он вас узнал. Он видел, как ваше лицо промелькнуло у него, когда вы падали. Он думал, что вы сбиты, но вы его обманули. И он потерял три секунды, и эти три секунды решили все. Bitte, kann ich eine Zigarette haben? Он очень волнуется и просит сигарету. Из какой он части? Ihr Verband? 18. Luftwaffengeschwader Hermann Göring. Ich war in Frankreich. 18. Авиаполк Герман Геринг, переброшен из Франции. Die Westfront, das ist ein ganz anderer Krieg als der hier. Ich habe den Himmel über Berlin verteidigt. Und 30 britische Bomber abgeschossen. Он говорит, что Западный фронт – это совсем другая война, чем ваша. Он защищал небо Берлина, и им сбито 30 самолетов противника. Vor einem Monat hat Führer mich persönlich ausgezeichnet. Und die Berliner Frauen haben mich auf den Händen getragen. Месяц назад сам фюрер награждал его, а берлинские женщины носили его на руках. Чисто арийская кровь. Vom Reichsgebiet aus haben wir London beschossen. С территории Рейха они обстреливали Лондон. Фашистскую Германию. От разгрома ничто не спасет. Сережа. Товарищ подполковник, окажите помощь пленным. Есть.
Bitte? Руку! Verstehe nicht. Hände hoch! Scheiße. Кость цела. Нуждается только в перевязке. Слушаю, Егоров. Понял. Есть, товарищ генерал. Пленного в штаб дивизии. Ком. Срочно готовьте полк к вылету. Ну, так уж узнала. Да. Ой, Сережка, как ты изменился? Ты хочешь сказать, что я постарел, что ли? Да нет, мальчишки вроде тебя не стареют. Просто... Да просто мы с тобой давно не виделись. Ну, рассказывай, майор Ардатов, это что такое? А что такое? Имея в виду, за эту девушку возьму на таран даже лучшего друга. Мой ревнивый телохранитель, а это моя любовь с первого взгляда. Так, ну это мы еще обсудим на досуге. Эх, ладно, с меня причитается. Теперь не отвертишься и все-таки идем проводишь. Потом поговорим, Ледок! Счастливо, Паша! Вперед, поехали! Товарищ майор, до побачения! Татьяна Алексеевна, возьмите. На счастье. Как всегда. Поехали! Вперед! Счастливо! Как-то неуютно на душе. Тревожно. Уж сколько лет в технарях хожу, а все не могу привыкнуть. Вот и я не могу, Иван Фомич. Вроде бы все сделал, перелатал, перепроверил, а все же сиротливо. Да. И передатчик на десятке менять надо. Да. Здорово, ребята. Здрасте, здрасте. Могу я вам чем-нибудь помочь? Можете. Прекрасно. Я готов. Тогда не мешайте. От винта. Винт надо беречь. Это основная тягловая сила самолета. Я правильно говорю, товарищ инженер? А? Близко к истине. Хотя и неправильно. Вот у меня случай был памятный. Летел винт в бою. Я за ним, делаю пике, сажаю его на втулку. Так и долетел. У товарища Ардатова феноменальная память. Он только забывает при посадке выпустить шасси. Иногда. Мы вас звали, приглашали. Вы ж упирались, не хотели. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит.
разрешите перемалевать звездочку, товарищ подполковник? Кто? Лейтенант Соколов. Соколик уже горел. Потом довернул на переправу и взорвал ее. Летчика Соколова представьте к званию Героя Советского Союза. Посмертно. И сообщите родным. У него нет родных, он детдомовский. Сообщите в детдом. Перешлите его личные вещи и награды. Хорошо. Вот его часы. Сегодня у нас 9-я потеря. Светлая память лейтенанта Соколова и всех погибших. Нашему Соколику. Васильев. Ну что ты, Васильев? Васильев. У лейтенанта сегодня день рождения. Да. Я ему струны новые достал. Он так задушевно пел. Да. Про тишину. Про цветы. Ну, Юра, ну... Он вас очень любил. И боялся. Не надо так, Васильев. Не надо. Мы ж с тобой... Нам с тобой и к смерти привыкать положено. А, Васильев? А сейчас иди и готовь десятку Ардатова. Это еще что такое? Встать!
подъем! Под арест пойдете? Так ведь я... Минуточку. Возьмите дело... себя в руки, товарищ старшина. Пуговичку застегните. В чем дело? Это я разрешила техникам поспать полчаса. Третьи сутки не отдыхаем. Да, сложно мне с вами, товарищ майор. Впрочем, этого и следовало ожидать. Линии фронта пересечете у высоты 28-3. Пойдете вдоль шоссе. Есть сведения, в районе населенного пункта Святочи большое скопление противника. Особое внимание обратите на зону Б. Командующий требует подтвердить наличие здесь тяжелых установок стратегического назначения. Что-то новенькое? Ну вот и посмотрите, ясно. Понятно. В драку не ввязываться. Разрешите идти? Главные результаты разведки. Связь будете поддерживать со мной постоянно. Ведущий майор Ардатов. Есть. Слушаюсь. Выполняйте. Есть. Готов? Ну! Тогда вперед. Им по кресту, нам по звезде. А то. И непременно две. От винта. Как идут, молодцы, ну просто молодцы. Отличные летчики. И Терновой молодец. Да. Как поняли, прием. Да, при такой плотности огня я сомневаюсь, что наши ребята выполнят задание понял до конца. Серега. Вечно вы во всем и во всех сомневаетесь. Право, шестерка мессеров. Вижу, вижу, спокойно, за мной, влево. Паша, уходим, не отставай. Понял, понял, пристраиваюсь. Серега, сейчас посыпятся сверху. Ястреб 10. Я земля! Молодцы! Срочно возвращайтесь! Как поняли меня, прием! Один горит! Пашка, ты где? Почему у меня спина голая? Где та печать? В бой не вступать! Выкручусь, пристроюсь. Молись. Ну что там у тебя? Немцы на нашей волне. Второй готов! Пашка, черт, пристраивайся скорее! Серега! Прямое попадание, Паша! Тяни домой! Домой! Я прикрою! Ну, кажется, все. Я так и думал. Это задание нам дорого обойдется. Немедленно соедините со штабом дивизии. Срочно передайте в штаб дивизии координаты немецких установок. Ясно? Слушаюсь, товарищ подполковник. Жив.
Только бы он остался жив. Сереж, ты не ранен? Да нет, Ледок, все в порядке. Хорошо. Посмотри, что там с Пашкой. Я сейчас. Ого! Товарищ майор, да вы в рубашке родились! Жив! Жив. Так. Ну что, капитан? Будем рисовать звездочки или сегодня бесплатно обедать будем? Ты у меня скоро Рембрандтом станешь. Две. Две? А то. Татьяна Алексеевна, разрешите посмеяться от души? Смейтесь! Я после такого полета петь хочу, кричать хочу. Жрать хочу! Барана съел бы! Татьяна Алексеевна! Я так рада, что вы вернулись. Домой спешили, Татьяна Алексеевна. Знаешь, Паш, о чем сейчас мечтаю? Но? О картошке. Угу. Из нашего босоногого детства. Пионерский костер, помнишь? А в нем картошечка печеная. Во-во. Разломишь ее хрустящую, а она дымком пахнет. И еще сальцой сверху присыпь. Точно. О! Товарищ майор, извините, можно вас на секунду? Я вас догоню. Ну что там еще? Понимаете, там у нас палат. Ну, братцы, сегодня просто чудеса. Прямое ну, попадание. Началось. Обшивка в клочья. Но дотянули. Ну. И как? Входим в пике. Угу. Идем на бреющий. Угу. И тут у меня начинается. Испортил песню. Но зато двух мистеров с хвоста снял. А, повезло. А у нас везение всегда рядом с умением. О, понял. А, Татьяна Алексеевна. Добрый день. Татьяна Алексеевна, это кому же? Вам. Всем. О! Давай, Оля. Картошка. Не успели подумать, она вот она, родимая. Персональный заказ инженер-майора. А картошка объединение, день. Пионеров идеал. Кто знает наслаждение, день, кто картошки не едал. Товарищ подполковник, из штаба дивизии сообщили срочный боевой вылет. Юнкерсы подходят к нашей передовой. Второе, третье, четвертое звено. По машинам. Боевая тревога. Вам без лошадников отдыхать. Товарищ майор, у вас все готово. Действуйте. Есть. Мне все кажется, что я вас очень давно знаю. Странно, не правда ли?
Вы знаете, я ведь давно за вами наблюдаю. За вашим летным почерком. Правда? Угу. По рассказам ваших друзей, летчиков. Это как же? Ну, по нашим газетам еще. По фотографиям. А, ваш муж тоже летчик? Нет. Я не замужем. Нет, ну то есть у меня был один воздыхатель, искатель моей руки. Но он поставил ультиматум. Или я, или небо. Ну, я и выбрала небо. Просыпается. Эх, хлеб, хлебушек. Некому тебя убрать. А ведь я деревенский, с Волги. А знаете, как у нас там все окают? А как поют? Вьюн над водой, ой, вьюн над водой, ой, вьюн над водой, забивается у ворот жаних, ой, у ворот жаних, ой, у ворот жаних, дожидается. Вывяли яму, ой, вывяли яму, ой, вывяли яму, свет на Стасюшку. А вы откуда знаете эту песню? А я вологодская. Ну, вот оно что. Ведь только в детстве снится, что летаешь. А мне до сих пор, правда, у меня два сна. Первый, я лечу без самолета, над цветущей землей, вокруг такие же красивые поля. Ну и второй сон. Я уже в самолете. Среди трассирующих пуль и разрывов снарядов. Вдруг самолет разваливается, и я падаю в черную бездну. Так, командующий просил передать личную благодарность за подтверждение показаний фон Кнабе. После наших ударов немцы даже не пытались испробовать свои установки в боевых условиях. Молодец, Сережа, спасибо. Товарищ подполковник, в таком случае свободная охота за нами, а? Валяйте сейчас. Есть, товарищ Алексей Петрович! Серега! Летим, Татьяна Алексеевна, летим! На вольную охоту летим! Пацаны. Ну, командир, с Богом. Можно и с ним, но только не к нему. Пашка, до встречи в небе! Хорошо взлетели. А я больше люблю, когда они садятся, возвращаясь. Пусть даже на брюхо. Дистанции.
Не дойдя до линии фронта, в квадрате 18-24 двойка врезалась в землю. Из-за малой высоты капитан Терновой не смог воспользоваться парашютом. Кто готовил машину? Я. Техник старшина Нечипайло. Нечипайло готовила, а я проверяла. Ну вот. А мы все время говорим, что техническая служба у нас в полку идет полным ходом и все в порядке. Товарищ подполковник, звонили из штаба дивизии. Комиссия выезжает на место катастрофы. Татьяна Алексеевна. Вы понимаете, что значит не боевая потеря машины, а гибель летчика? Понимаю, товарищ подполковник. Инженеру это грозит военным трибуналом. Немедленно выезжайте на место катастрофы. Вы, старшина, майор Селищев. Проводи. Почему остановились? Болото, товарищ полковник. Дальше не проедем. Вот здесь все и произошло, товарищ полковник. Жаль, такого летчика потеряли. Очень жаль Тернового. А дело придется передавать в трибунал. Потеря-то не боевая. Если что-нибудь не так, я все возьму на себя. Хороший вы человек, Иван Фомич. Только меня жалеть не надо. Паша погиб. Да, простите. Смотрите. Осторожнее. Птица. Как булыжником саданула. Да, не Чапайло. На встречной скорости птица бьет как снаряд. Как Нелли. Полковник! Нашли! Ну вот и разгадка. Кто бы мог подумать такое?
Самолет врезался в стаю обезумевших птиц. Конечно, здесь же леса горят. Ни инженер Берестова, ни техник, ни Чапайлов трагической гибели Тернового невиновны. А вы, товарищ Селищев, говорили трибунал. Татьяна Алексеевна, простите меня. Даже птицы несут смерть. Наш самолет, совершающий рейс Москва-Берлин, пролетает территорию Польской Народной Республики. Павел Владимирович, вы считаете, что поступили правильно, разрешив показ трофейных фильмов? Думаю, что правильно. Пусть увидят лицо врага своими глазами. Ну что ж, посмотрим. Посмотрим. Как тараканы усатые. А вот я на вашем месте, Иван Фомич, усы-то бы сбрил. Знак протеста. Dass Sie uns jemals schlagen, ist unmöglich und ausgeschlossen. Das Nationalsozialistische Deutschland und die mit den verbündeten Staaten werden als junge Nationen, als wirkliche Volksvölker und Volksstaaten aus diesem Krieg mit einem glorreichen Sieg herausgehen. Сережа. А? Лида, ты что же не танцуешь? Потому что я везде ищу тебя. Мне надо поговорить с тобой. Потом.
фиалки. Вот, возьмите. Мои любимые. От того, что голубые? Это цветы моей жены, Лен. Она их очень любила. Почему любила? Почему в прошлом? Она погибла в боях под Смоленском. Дети у меня двое. Хотите, покажу? Алёшка старший. А это Маринка. Они сейчас с мамой на Урале. Татьяна Алексеевна, смотрите, гнездо. Горлица. Хочет увести нас от своего разрушенного дома. Оставим ее в покое хотя бы мы. Татьяна Алексеевна, я не могу. Thank you.
Товарищ Берестова, вот вам программа дальнейшего пребывания вашей делегации здесь, в Берлине. Спасибо. Фрау Берестова, простите. Вы меня не узнаете? Нет, простите, не узнаю. Вспомните 44-й год. Лени Лавчик. Да, да. Эрих Тодор Эрнст фон Краббе, корреспондент баварского телевидения. Кстати, скажите, пожалуйста, что стало с тем военным летчиком, который сбил меня тогда, единственный раз в моей жизни? Враг ожесточился. Нам предстоят тяжелые бои. Получен приказ о передислокации в район Кракова. Прошу подойти к карте. Боевой порядок полка. Две группы. Первую поведу я, вторую майор Ардатов. Слушаюсь. Так, это для вас. Шестой квадрат, помечайте. Потерпи, браток, потерпи. Потерпи. Вот так. Ребят, принимай. Осторожно, осторожно. Полегче, полегче. Товарищ подполковник, разрешите сопровождать инженер-майора до станции? Разрешаю. Спасибо. Извините, подвела я вас, Алексей Петрович. Не волнуйтесь, Татьяна Алексеевна. Главное, поскорее поправляйтесь. Хорошо. Вас будет сопровождать медсестра Лосева. Мужайтесь, Данечка. Самое главное, помните, вы нам очень нужны. Ждем вас. Поправляйтесь. До скорой встречи. Вы мне пишите. Я буду ждать. Обязательно, хорошо? Вот, мои ребята. Пусть будет у вас. Возьмите. Пусть будет у вас. И не забудьте адрес. Лермонтова, 25. Лермонтова, 25. Не забудьте. Знаете об Ардате? Ничего. У нас в городе летное училище было. Я там работала медсестрой. Приходилось и воздух подниматься, особенно с новичками. Помню, как-то я поднялась в воздух, а самолет наш болтать начала. А напротив меня курсант сидел. Молоденький такой. Бледный, как полотно. Сидит и губы кусает. Я его подбадриваю. Не бойтесь, говорю, товарищ курсант. Хотите, я первая прыгну? А он так посмотрел на меня, вскочил. Я, говорит, ничего не боюсь. И прыгнул. А на выпускной вечер мы пришли вместе с моей подругой Леной. Она тоже была медсестра. Принарядились, конечно. Я помню, где-то туфли себе раздобыла. Вот на таких каблучищах. А он как увидел Лену, и на другой день в ЗАГС. Мне прямо жить не хотелось. А потом у них Алёшка появился. Алёшка меня очень любил, и Анисия Степановна даже ревновала. Она и на фронт нас проводила вместе с Леной. А теперь и Лены нет. Thank you.
Миссис Шмидт. Там же дети! Почему вы не со всеми? Что с вами, Татьяна Алексеевна? Мне кажется, что Сергей жив. Вы все еще верите в чудо. Помогите мне скорее уехать. Ну почему такая спешка? Мы все были так счастливы, когда вы снова вернулись в наш полк. Какое же это счастье, когда нас, стариков, в полку осталось двое. Я должна увидеть мать Сергея и его детей. Понимаю. Но сегодня День Победы. Прошу. Пожалуйста, здесь живут Ордатовы, Анисия Степановна. А кто ж им будете? Да я писала с фронта. Я Берестова. Ой, голубушка,
Ну как же, как же? Мы все про тебя знаем. Мы все твои письма читали. Ну все, все. Тольк, беги деда зови. Скажи, Таня Сережина приехала. Миленькая ты наша. Ну куда ты пошел? Иди в избу. Ой. Хорошо у вас здесь. Тихо. Анисья Степановна как родная нам. А вот засобиралась, домой потянула, на родину. И уехала. Здрасте. Как уехала? Да так уж. Здрасте. Почитай, 3 недели, как нету. Ну вот адресок оставила. Говорила я ей, не уезжай, голодно там. Ну вот. Агриппинушка, 6 сыновей на фронте воевали. Душевная была женщина. 2 похоронки получила. А нас всех утешала. Милая, взгляни. Может, встречала где? Видела, нет? Александра, сама вот. 7-я осталась. Посмотри. Ну ладно, будет. Ну, сыночек мой. Чего вы выберете? Сортировочный? Да, понял. Я занят. Разрешите? Я занят. Понял, понял. Я понял все. Хорошо. Я вас слушаю, товарищ полковник. Не отставали ли на вашей станции больная старушка с 2 детьми? Мальчиком 6 лет, девочке 4. Одну минуточку, товарищ полковник. Прошу вас, садитесь. Кстати, фамилия старушки... Ардатова. Прошу вас. Я вас должен огорчить, товарищ полковник. Недели 3 там назад у нас на дороге произошел несчастный случай. Одна старушка сошла с поезда за кипятком. У нас тут всегда очередь. В вагоне остались дети. Поезд тронулся, она побежала. Споткнулась, упала. Разрыв сердца. По документам она Ардатова Анисья Степановна. Вот, пожалуйста. Мы похоронили ее здесь недалеко, на местном кладбище. А дети? Вы не волнуйтесь, товарищ подполковник. Я сообщил по линии. Их, видимо, даже, наверное, определили в детский дом. Вам придется проехать на узловую здесь недалеко и все узнать. Благодарю вас. Честь имею. Ой, простите. Мне нужна заведующая. Прямо поднимитесь на 2-й этаж, по лестнице. Дети, дети!
дети, все в комнаты! Как вы сюда попали? Что вы натворили? Уведите детей! Я что, приехала за детьми? Ордатова. Ордатова? Мама. Я Ордатов. Это не наша мама. Мама. Дети, дети, по местам, быстро! Уведите детей. Пройдите, пожалуйста, в эту комнату, понимаете? У нас ремонт здесь. Ребята, миленькие, миленькие, видите, быстрее, быстрее, ну-ка, скорее, скорее, ремонт. Я по местам, ну-ка, по местам. Быстро, скорее, скорее, ну-ка. Так кого вы ищете? Я ищу... Кого? Марину и Алешу Ордатовых. Это вот, помните, недавно привели мальчика с девочкой, брат и сестрёк? Да, приведите их. Вы успокойтесь. Сейчас, сейчас приведем. Мама, моя мама. Вот они. Мама. Я Ордатов Алексей. Это моя сестра Марина. Иди к нам. Иди. Нет, детка, это не твоя мама. Нет, моя. Нет, моя. Могу я ее взять? Да, можете, она сирота. Шапку все время завязывай, понял? Чтобы ушки закрыты были, обязательно. Не забудь. Кукла. Счастливо вам. Вы уж когда едете, напишите нам. Ждать будем. Обязательно. Елена Алексеевна, я вас очень прошу. У Мариночки все время ушки болят. А Алёша, он с характером. Вы уж... Пошли. Ну, счастливо. Фрау Берестова, разрешите моим коллегам задать вам несколько вопросов. Фрау Берестова. Для этой цели вы прибыли сюда, на такое большое расстояние. Но ведь расстояние измеряется не только километрами. А наши с вами народы измерили его подошвами солдатских сапог. Расстояние измеряется памятью. И такая память не должна и не может быть короткой. Ни для одной державы в мире. Вот поэтому я здесь. Вот поэтому я верю в эту горькую, но спасительную для нас память. Миссис Берестон. Мисс Берестон. Your speech made overwhelming impression. Ваша речь произвела на нас ошеломляющее впечатление. Вы рассказали о том, как советские люди хотели спасти детей, которые были в Освенциме. Они пытались вывести их. Но этот поезд попал под бомбежку немецких самолетов. Дети выпрыгивали из горящего поезда и их расстреливали. Это невозможно забыть. Это никогда невозможно забыть. Так может говорить только мать. Данкишо. Спасибо. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в международном аэропорту Шереметьево-2 города Москвы. Температура воздуха плюс 11 градусов. Командир корабля, пилот первого класса, Ордатов Алексей Сергеевич, прощается с вами. Благодарим за внимание. До свидания. Это мой сын.
Спасибо, мои родные. Ну, мамочка, смотри, как она выросла. Спасибо, мои родные.